В Петропавловске продолжается отопительный сезон. Об этом сообщают в мэрии краевой столицы. Там говорят, что к концу недели ожидается похолодание, а в детских садах, школах, где идут выпускные экзамены, а также в учреждениях социальной сферы и домах горожан, необходимо сохранить комфортную температуру. Поэтому отключать отопление в городе пока не планируется. А вот в Елизово дата окончания сезона теплых батарей уже известна – 14 июня, сообщили в муниципалитете. В ближайшее время о дате остановки отопления объявят и другие районные поселения.